Еще Плиний-старший говорил, что лучший драгоценный камень подобен голубизне морских вод. По-гречески это звучало как «аквамарис». Санаторий «Аквамарин». Именно в него мы направимся сегодня. Солнце, море и вода. Любимая многими Анапа. Почти 300 солнечных дней в году, пологое морское дно, благодаря чему вода хорошо нагревается, и, конечно же, воздух. В нем много отрицательных аэроионов, которые, между прочим, помогают организму усваивать кислород, увеличивают количество эритроцитов и гемоглобина в крови, замедляют частоту сердечных сокращений и стимулируют обменные процессы. Словом, сплошная польза, причем даже под ногами у отдыхающих. Даже песок здесь лечебный. Это уникальный кварц. Когда он нагревается на солнце, весь пляж превращается в один большой инфракрасный излучатель. А инфракрасное излучение, как известно, очень положительно сказывается на здоровье человека. Поэтому песок здесь лечит. Кстати, отдыхающих аквамарина песок лечит на отдельном принадлежащем санаторию охраняемом пляже, что очень удобно. Сердце и сосуды, костно-мышечную систему, органы дыхания и мочеполовую сферу. Неврологические эндокринные нарушения лечат в санатории. Но недаром говорят, что все болезни от нервов. В аквамарине умеют снимать стресс всего за несколько процедур. Например, вот в такой СПА-капсуле. Она совмещает в себе кислородные, водные, инфракрасные и другие процедуры. Основа основ СПА-оздоровления – гидробальнеотерапия. Проще говоря, лечебные ванны. Ольга Анатольевна, а чем полезны вот эти вот ванны разнообразные? Цветочная ванна применяется при функциональном расстройстве сердечной деятельности, при спазмах, при головной боли, при мигренях. Винная ванна очень хорошо действует на кровообращение. Еще у нас имеется пантовая ванна. Она показана для мужчин и рекомендовано для больных атеросклерозом. Используют в СПА-методиках и массажные техники. В аквамарине их несколько, например, стоун-терапия или массаж камнями. Под воздействием веса и перепада температуры камней повышается приток крови к болезненным зонам, клетки начинают работать активнее, ткани обогащаются кислородом и снимаются мышечные зажимы. А я решил испытать на себе редкий для санаториев тайский массаж. Екатерина, а чем тайский массаж полезен? Тайский массаж оказывает выраженное расслабляющее действие. А чем отличается тайский массаж от других разновидностей массажа? Если взять тот же общий классический массаж, то после первого действия эффект, заметно виден не будет. Здесь после первой процедуры можно достичь видимого эффекта. А эффект – это вот именно увеличение подвижности? Здесь именно расслабление, да, и подвижность. Кстати, настоящий профессиональный тайский массаж, такой как, например, в аквамарине, длится около 2 часов и прорабатывается не только мышцы, но и все суставы тела. Все знают, что спа – это лечение водой и ручной массаж, но время идет вперед, и к привычным методам спа-лечения добавляются новые – аппаратные. Например, прессотерапия, иначе аппаратный лимфодренажный массаж. Имеются чехлы, состоящие из 12 камер, последовательно нагнетается здесь воздух, начиная с низу и вверх. С какой целью применяется эта процедура? Это используется с целью выведения лишней жидкости из межклеточного пространства. Как известно, мы на 80% состоим из воды, и поэтому лишняя жидкость есть у нас всегда. И эта процедура улучшает лимфоотток, улучшается микроциркуляция, соответственно, улучшается метаболизм тканей, газообмен. Ну и, естественно, этот аппарат является очень эффективным в борьбе с врагом номер один всех женщин, всех поколений, с целлюлитом. Результаты лечения значительно улучшаются благодаря физиотерапии. Аппараты света, электро- и магнитотерапии ускоряют процесс выздоровления, позволяют снизить дозы лекарств и практически не имеют противопоказаний. В нашем санатории используются новейшие физиотерапевтические методики. В данном случае мы видим одну из них. Здесь используется комбинированное воздействие на организм человека инфракрасным излучением, лазером и магнитным полем. Данная процедура позволяет улучшить реологические свойства крови, повысить иммунитет человека, является очень эффективной и востребованной процедурой.
Приехала с родителями первый раз. Родители отдыхают уже не первый год. Ну, по совету мамы сходила на спа-процедуру. Мне очень понравилось. Была на массаже, на обертывание. Коллектив очень хороший. Очень все нравится. Кстати, аквамарин – современный и очень просторный санаторий. Даже при полной загрузке в холлах тихо и немноголюдно. Все номера – студии, апартаменты и люксы с балконами. Особенно удобно здесь отдыхать всей семьей и деловым людям. Процедуры можно принимать, даже если бизнес не отпускает. А для встречи переговоров в санатории несколько конференц-залов и удобное расположение. Это близость всех транспортных узлов. Аэропорт, ЖД, вокзал. Удобные развязки, удобные подъездные пути. Мы можем построить таким образом весь рабочий день, что у них останется время и на диагностику, и на оздоровление, и на купание в море, на купание в бассейнах. И это все будет совмещено с плодотворной работой в течение рабочего времени. Если режим жизни не оставляет времени на походы к врачам, врачи санатория могут провести обследование на отдыхе. Современный диагностический комплекс – одно из достоинств аквамарина. Санаторий оснащен исследовательскими лабораториями и высокотехнологичным медицинским оборудованием. Например, такой лор-комбайн далеко не в каждой столичной клинике встретишь. Он позволяет выявить многие заболевания, при этом осмотр не принесет неудобств даже ребенку. Ну а тем, кто живет в обнимку с компьютером и чей возраст перевалил за 45, не грех и зрение поправить. Но диагностировать ухудшение состояния зрения – это половина дела. Вторая половина – это начать его восстанавливать. И вот здесь на помощь человеку приходят современные физиотерапевтические методы. Наталья Владимировна, расскажите, какие методы восстановления зрения применяются у вас в санатории? Фотостимуляция, которая оказывает тренировку глазных мышц, улучшается состояние сетчатки глаза, кровоснабжение, питание. Лазерная стимуляция, которая также оказывает влияние не только на наши все жалобы, которые там снижение зрения, там, ухудшение цветоощущения, и также питание сетчатки глаза улучшается. После двух сеансов по тест-таблице улучшение идет на 2-3 строчки. Ничего себе! Тогда я попробую. Кстати, с помощью лазеротерапии нормализуют глазное давление. Используют этот метод даже при глаукоме и катаракте. Но врачи постоянно твердят, что здоровье, в том числе и зрение, во многом зависит от состояния позвоночника. Сухое вытяжение которого успешно применяют в аквамарине. Суть процедуры в преодолении мышечного спазма с помощью тяги. Это укрепляет мышцы спины, улучшает кровообращение, помогает бороться с различными формами искривлений позвоночника. Перестали беспокоить боли в шейном отделении позвонков. Раньше немела рука, я по специальности программист, и беспокоила рука. Стало неметь меньше. Также ушли головные боли. Дополняет лечение или реабилитацию полностью оборудованный зал лечебной физкультуры с современными тренажерами. Они пригодятся и тем, кому показаны кардионагрузки, и тем, кто просто привык следить за красивым рельефом своего тела. В санатории открыт фитобар, в котором предлагают травяные чаи и кислородные коктейли. Эти напитки лечат, быстро восстанавливают энергию и силы, снимают усталость и нервное напряжение. Аквамарин – это еще и удобный санаторий. Любые процедуры здесь можно проходить до 8 часов вечера. Или вот, например, круглосуточный ресторан. Ну скажите, часто вы такое в санаториях встречали? Полноценно отдохнуть смогут даже те, кто приехал в санаторий всей семьей. До 8 вечера абсолютно бесплатно с вашими детьми будут заниматься в игровом клубе. Ну а если вы захотите посетить вечерние мероприятия, которые каждый день проходят в санатории, или прогуляться по городу, можете оставить ребенка с ночной няней. Она почитает малышу книжку и уложит спать. Мы приехали из Сибири, из Кузбасса. Я приехала с сыном, ему 5 лет. Первое впечатление приятное. Вежливый персонал. Стараются учесть пожелания отдыхающих, идут навстречу. Если вы думаете, что это городской аквапарк, вы ошибаетесь. Это комплекс каскадов и горок расположен прямо на территории аквамарина, возле большого открытого бассейна. Но если вам не хочется шума и суеты, можно поплавать здесь, в закрытом бассейне, в тишине и в покое. И крытые, и закрытые бассейны работают круглый год.
Чувствовать себя комфортно в аквамарине помогает и хорошо организованное питание. В аквамарине действует принцип шведского стола, но по рекомендации врача пациенту могут назначить диетическое питание. В санатории также практикуют спа-стол. Здесь только полезная и здоровая пища. Древние римляне не зря говорили «sanus per aqua» – «здоровье через воду». И недаром санаторий «Аквамарин» также называют спа-отелем. Здесь есть все для того, чтобы вернуть человеку здоровье и утраченную красоту. Здесь есть море, солнце и песок.